там купили, Маш, покажи. Яблоко. Яблоко купили? Ты рада? Да, вкусненько. Вкусненько? Что будет вкусненького, Маша? Яблочки? Сметану. Сметану будешь кушать? Да. Круто. У нас сегодня большая радость. Открылся наконец-то B&Q. Он открылся на этой неделе. Две недели был закрыт. Купили мужу носки такие на работу. Довольно прочные выглядят. Может быть, подольше поносится. Совок железный у нас, это вечная проблема. Постоянно ломает Машка нам совки. Щеток много, а совков нету. Такую вот жилетку. Кислотную, желтенькую. И ботиночки с железным носом. Safety boots. Они такие прикольные, как кроссовочки. Не очень громоздкие, как обычные ботинки. Смотрится на ноги очень классно. За все заплатили мы 57 фунтов и 36 центов. Вот, ботиночки 40 фунтов стоили. Надеюсь, что поносятся, потому что все очень рвутся. Без разницы, или за 30 купишь, или за 60, рвутся очень быстро. Привет, у нас закупочка сегодня. Ходили в Lidl, закупились на неделю. Набрали йогуртов, сметану. Машка уже кричала, дайте мне сметану, дайте мне ложку. Она обожает сметану, прям ложкой из банки ест. Курица, будем жарить. Целую взяли и крылышки еще. Потом у нас фарш, две пачечки, большая, маленькая. У нас будут макароны по-флотски и котлетки. И мяско на суп. Беру вот такое, попаснее, чтобы было. Из супов у нас будет борщ, поэтому у нас бурачки, капуста. Вот макарошки будут. Яйца взяли три пачки. Странно, что нам даже их продали, потому что было ограничение. На время карантина две пачки только давали. Но никто даже на кассе ничего не спросил. Потом взяли сыр. Такой вот больше всего мне нравится. Масло две пачки, кетчуп, майонез, сухари для котлеток. Молоко. Молоко мы будем еще докупать. Взяли только две бутылки по 2 литра. Будем еще две покупать у нас, потому что будет молочный суп и блины. Шоколадка для выпекания. Что-нибудь вкусненькое можно сделать. Мандаринчики, бананчики. У нас сейчас очень идут фрукты. Не знаю, или витаминоз какой-то весенний или что-то, но очень хочется всего такого поесть. И дети тоже все едят. Особенно вот эти вот яблоки, очень вкусные. Взяли помидорки, огурчики, взяли хлопья, три пачки, одни простые самые и две шоколадные. Картошки одну пачку взяли, стараемся потреблять меньше ее. Морковка, чеснок, я использую для курицы, для маринадов. Дыня, взяли хлорки бутылку для дезинфекции, порошок жидкий стирать. Взяли вот такие еще таблетки для посудомойки. Не знаю, первый раз их будем пробовать. Надеюсь, что нормальные будут. Кому интересно, можете посмотреть цены. За все это заплатили 67,93. Мы еще заехали в польский, купили вот творог, две пачечки по 450 грамм, кефир. Машка обожает кефир. Купили вот таких огурчиков немножко, не могли пройти мимо, очень вкусные. Овсянку взяли, перец в горошках и ванильный сахар. Это все нам обошлось в 8,47 фунтов. Ну вот, наверное, и все. Спасибо за просмотр. Пока, увидимся.